Я хоть халат сниму, чтобы была красавица. Ага. Сидит с двумя внуками. Привет. Привет. Очень рады. Большой привет всем зрителям, особенно подписчикам канала. Спасибо, что вы вместе со мной. Здравствуйте. Здравствуйте. Тетя Ань, помните меня? Нет? Мы привозили раньше помощь вам, наборы продуктовые. Да? Ну ладно, ничего страшного. Вот мы еще раз вам привезли. И средства личной гигиены тоже. Наборчик. Здоровья вам, насколько это возможно. Да. Всего хорошего вам. До свидания. Спасибо вам. Пойдем. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот Нина Ивановна в гости пришла. Пришла в гости? Да. Кто высылал шторы? Ага. К Марии. Это... Пришла в гости, а тоже погорели с одного дома. Ага, ага. Мы наборчик тоже дадим. Да. Бабушка Маша. Да. Шторочки нам отправляли в посылки. Да. Тетя Нина, как ваша? Раздаем. Моя Ивановна. Река. Да, это не обязательно. Да, ага, дитё хоть. Сюда, да. Приходим, потому что друг друга не видно. Хоть так общаемся. С одного дома квартиры были, да? Да, да, да. Квартиры и соседи, получается. Черемушек. И вот ходят друг друга. Тётя Нина с первого подъезда, мы с седьмого. Вот она что. Ну, молодцы, что общаетесь. Молодцы. Ну, а как мы обстрелы? Фотографируете? Там видео идет. Да зачем оно вам надо? Ну как я хоть халат сниму, чтобы была красавица? Ну как же? Нет, спасибо, Рит. Нина Ивановна, мы наборчик тоже для нее оставляем. Потихонечку перенесет. Я вовремя зашла. Огромное да, спасибо. Да, вовремя. Вот видишь, какая хоть сопливая, но счастливая, Нина. Я не счастливая. Нет? Ну ничего, наладится все. Потерпеть надо, подождать. Всего хорошего вам. Давайте вам спасибо. Счастливо, мои это девочки. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. До свидания вам. Всего до хорошего. До свидания. Спасибо, спасибо. Дай Бог вам здоровья, девочки. Спасибо. И мальчики. Спасибо. Смотрите, не забывается сидеть. А то переодеваешься и так все это. А сейчас вам еще стекло лопнуло. Смотрите, оно... вот такая широкая только. Любые. Сойдет она? Сойдет. Это одна такая, она широкая очень. Ой, будете закрывать вот так. Спасибо. Господи, я не ожидала такого. До свидания. До свидания, мои красотули. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо. Ага. Ой. Все, там всего два. 55+ есть? Наверх есть. 55+ есть у вас? Тетя Валя. Да. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вас помню, кстати. Да. Только не по именам, а по лицам. Как вас зовут? Саша. А вас? Марина. Марина и Александр. У нас вот сегодня наборчики. Большие. Большие. Поддержка вам. Спасибо. Большое. Наборчики, да. Спасибо. Как ваши дела? Да ничего, потихоньку. Потихоньку, пока без изменений, да? Без изменений. Не, ну мне лучше. Я уже хожу с такой палочкой. Хожу. Потому что вообще не ходил. Ну хорошо, ну, хорошо. Что-то двое деточек. Да, он открыл. 60, да. Открыл, да. Подали, а там как будет. Все, что можно, мы уже все сделали. Хорошо, это самое главное. Дальше просто ждем. Да? Да, все, спасибо вам большое. Да. Спасибо. Пожалуйста. До свидания вам. Спасибо. Всего хорошего. Скажите. Дедушка сидит с двумя внуками. Здесь все у нас погорельцы, у кого разрушены. Вовчик, привет! Вот он. Привет. 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 А ты нас не помнишь? Помнишь, мы приходили уже к тебе? Да, рано. Да. Давно приходили, да? Да. Да. Ты ездил на самокате, да. Да, 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 на самокате гонял. Вот опять. А холодно, надо одеть уже ребенка. Или он спал? Осторожно. Там. Ты закаляешься, да? Передаем наборчик. Один мужской, один женский. Маме, у которой детки. Вовчик, заходи домой. Заходи домой. Ой, вот. Так, держите. Витюш,
Идет. Пока-пока. Пока-пока. Ой, извините. Спасибо. Всего хорошего вам. Люди хоть заботятся. Да и мы заботимся. Пока, работает. А что делать? Дед на пенсии. Да, с детьми, а родители, ну, а мама работает. Чего здоровье и сам поработать. Вовчик, пока. До свидания. Пока, Витек. До свидания вам, всего хорошего. До свидания. Галина. Да, мы к вам с наборчиком. Спасибо. Да. Спасибо огромное. Пожалуйста. Галина, как дела у вас? Ожидаю. Пенсию никак не могу оформить, потому что прописки нету. Да? Ой, спасибо вам огромное. Пожалуйста. Спасибо. Очень рады. Вам всего хорошего. Не унывайте. Спасибо. Держитесь. Ладно? Все. Держитесь. Спасибо. Мы в общежитии на строителей. Людей заранее не предупредили, поэтому многих нету дома. Но мы еще сюда приедем. Кого не было, да раздадим. Друзья, кошка хорошо. А как? Не газетка я, а так. Ну, да. Валентина, соседок пока нет. Мы передаем. Спасибо. Шторочки. Спасибо, кто отправлял. Витик, спасибо, и наборчик. Кто отправлял. Да. Красивый. Спасибо. И наборчик вам поможет занести. Давай. Всего хорошего вам, Валентин. Огромное. До свидания. Всем здоровечка. Кто спасибо. Нас поддерживает трудную минутку. Хорошо. Виктор Александрович, погорейцы, мы в общежитии на строителей. Наборчик передали. Всего хорошего вам. Всего хорошего. А, хорошо. До свидания. До свидания. Скажите. Да. Михаил. Идем к Михаилу. Один наборчик отдаем ему. Да. Второй жене. Да. Берите, берите. Давайте вам. Жена у него не здесь. Так мы разберемся. Да. Отнесли туда и... Второй жене. Вам. Пожалуйста. Все принесли, проведываете нас. А жена ничего не получает, да? Ни пособие, ни... Она пенсию вот это что, ну, 10 тысяч. Уже получает, да? Да, получает. Хорошо, хорошо. И, а так больше это самое ничего. Живет там на первом этаже. Я хожу каждый день. И она не, она не видит. Она так встает потихоньку, ну, а отслоение с сетчатки. Угу. Да, Михаил ухаживает за женой. Жена больная, почти не видит. Передайте ей привет от нас. Все, спасибо. Хоть мы и не знакомы. Привет, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. До свидания вам, всего хорошего. Удачи, все. Спасибо. А вот... Иван и Вероника. Они тоже относятся к людям, у которых все разрушено. Мы им наборчик передаем. Мамы дома нет. Папа Александр. У кого двое детей, мы тоже даем. Иван. Это наши, да? Нет, три пакета ваши. Все три? Конечно. Ну, спасибо. Ванёк, ты в школу ходишь? Да, первый класс пошел. Первый класс? Тебе да. Нравится учиться? Да? Ну, какой молодец. А ты в каком классе? В пятом. Да. Взрослая у тебя уже, да, сестра? Спасибо. Да. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Открывайте. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Светлана. Нет, правда, на пенсию подала на 58 лет. Все жду. Светлана, даже не поверить, подают на пенсию, а выглядит очень даже молодо. А ножка ломаная, надо носочек тепленький. Да. Ну, а что, наборчик передали? Да, спасибо большое, благодарю. Пожалуйста. Да, хорошо. Так. Валентина, у нее дочка, инвалид. Мы два наборчика передаем. Всего хорошего вам. Спасибо. До свидания. Счастливо. Счастливо. Вот это, это да? Все вам. Смотрите, три пакета. Три. Вот, раз, два, три. Это один набор. Один, это вам... два, три, четыре, пять. И вон он, третий. Да. Вон третий. Это один набор. Угу. А вот три пакета. Это второй набор. Угу. Один вам, один дочке. Угу. Они все люди могут на камеру. Василий. А сколько вам лет? 75,5. 75,5. Леонид. Ну, да, да, да. А Леонид инвалид, и из-за этого мы 60, даем. Но он квартиру ему отремонтировали. Да? Ну, здорово. И он ушел, да, уже? Давай, уже... Нет, 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 подожди, сейчас не командую. Вот это замечательно, замечательно. Наборчик.
Вам на окна шторочки не нужны случайно? Да, надо бы. Вот есть у нас, смотрите, какие есть вот такие цветы. Они, Эрнест. Конечно, были. Всего хорошего вам, Леонид. Пожалуйста. Я снова выражаю огромную благодарность всем людям, которые принимают участие в этом добром деле. Пусть у вас в жизни будет все замечательно, и беда обойдет ваш дом. Я благодарю также тех, кто поддерживает меня лично, хотя бы иногда. Спасибо вам большое-большое. И всем пока-пока.